light of Christmas shining through our eyes, our smiles. You know it could shine on through all the good that we do for the people that don't have it so good. Light of Christmas shining. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Донали, и сегодня у нас очередное обновление Star Stable, связанное с Новым Годом, Рождеством и Санта-Клауса. К сожалению, в этом году разработчики опять оставили нас без снега по всему Юрвику, и вот это меня заставило расстроиться больше всего. А так, в этом обновлении нас ждет много интересного, захватывающего и даже магического и чудесательного, могу даже так высказаться. И мы видим в начале то, что конюшня приобрела оформление Рождества. Мы видим гирлянды, носочки, сани наверху. Потом что еще? Мишуру в виде зелени. В общем, все вокруг приобрело украшение. Украшение Рождества. Нам поставили тут соломенного барашечка. И теперь у нас мойка выглядит вот так. Что связано с лайф? В новую лавочку для лайфов добавили новый предмет. Наконец-то они добавили этот бантик. У меня в конюшне лежит бантик на хвост из этого комплекта. И я все ждала, когда же они добавят бантик на уздечку. И наконец-то они его добавили. Кстати, пока мы едем, я могу вам рассказать, что добавили в приложение Star Stable Horses. Я буду вставлять скриншоты с моего телефона. Значит, они добавили такую функцию, как оформление конюшни. Вы можете выбрать стандартное оформление, то бишь лето, потом есть весна, осень и зимняя версия. А также есть еще версия оформления Хэллоуина, где темный портал, и вместо конюха у нас там стоит Идрис, сам волшебник цирковых волшебств стоит у нас там. Вот, но все это платное за реальные деньги. Также там можно приобрести пакет всех вкусняшек. Я немножечко это не поняла, я не вчитывалась, но, значит, можно приобрести такой пакет. Потом добавили пакет фильтров для камеры. Да, теперь, когда вы в приложении фотографируете свою лошадь, у вас есть фильтры для камеры. Но их тоже нужно купить. Вот. Потом еще добавили, значит, комплект «Открой все стойла». И он тоже за реальные деньги, вы даже не надеетесь, все комплекты за реальные деньги, по-другому вы их никак не получите. Так, значит, комплект вкусняшек, комплект эффектов для камеры и разблокируй все стойла в конюшне. Надо сказать, что цены очень даже такие. Так вот, мы и прибыли на место, выполняем задание. Хо-хо, печальные настали времена, ты не понимаешь, зимы нет, нет зимы, вот в чем проблема. Вот вы люди, вы ведь не думали о том, что произойдет с Рождеством, когда везде станет теплее, так ведь? Что произойдет с духом Рождества, когда на Юрвике не останется снега? Вы не подумали об этом, когда бурили скважины для добычи нефти на полях Элронит? Правда ведь? Это была не ты? Ну ладно. Так. Ну, надеюсь, когда-нибудь зима вернется. Уже год прошел. Уже прошел год. Как быстро летит время, кошмар вообще. Только недавно вроде бы опять, ну, в Star Stable начала играть, точнее, можно сказать, как практически с нуля. Зима, зимушка, зима. Ой, красота-то какая. Прям, ух, мороз по коже пошел, прям мурашки. Вот тут мои соклубовцы. Поздороваемся с ними. А, стоять. Так, добро пожаловать в зимнюю деревню. Тебе нужно пойти поговорить с боссом. Просто поезжай вниз. Ох. Я боюсь горки. Но эту я и боюсь, и обожаю. Эть. О, просто мастерский дрифт. А, как классно. Так, значит, что у нас?
До 2 января будет работать вся эта деревня. Пока она работает, вы можете посетить все ее магазины, в которых куча-куча симпатичной, милой одежды. Может быть, что-то новое даже добавилось. Вот. Обменивая вот эти желания в ледяной пещере. Я сейчас покажу, где это. Вы сможете получать комплект амуниции. Ну, все как всегда. Все обмениваемые предметы мы всегда получаем обычно комплекты на праздники. Также вот тут, как и в прошлом году, стоят у нас олени. Вы можете здесь, как на Хэллоуине, купить пыльцу, посыпать этой пыльцой свою лошадь, и опа-на, у вас олень ровно на 30 минут. И, насколько я помню, когда вы вне игры, таймер останавливается. То есть он работает только тогда, когда вы онлайн. Так, значит, ледяная пещера. Вот она. Ледяная пещера. На лошадях туда заезжать нельзя, поэтому мы оставим нашего Добрынюшку здесь. И побежим смотреть. Вот кто-то уже применил. Так. Так, она пустая. А, она пустая, потому что задание надо выполнить. Видите, я все забываю. Так, Добрынюшка, ну-ка давай, сажай меня. Так, значит, сейчас быстренько пробежимся. Как же мне нравится здесь освещение от лампочек, от этих огоньков. Ну, конечно, в самый сугроб. Надо вспоминать, где тут врезаешься, а где нет. Так, Санта. Хо-хо-хо, добро пожаловать в зимнюю деревню, веселое место, где сбываются все твои праздничные мечты. По крайней мере, я на это надеюсь. Значит, я немного беспокоюсь. Они стараются, вообще как стараются. О, вот, пожалуйста. Так, полагаю, ты прекрасно проводишь время. Маленькие помощники прекрасно поняли дух Рождества. Сначала я беспокоился. Так, поговори с Санта. Так, вот нам уже дали шапочку. И у меня эта шапочка уже есть. Коллекция шапочек. Сейчас я напишу в клуб, что... задержка немножко чата. Так, я должен был догадаться, что ты вызовешься помочь. Список послушных. Конгла, Зингла и Крангла. Ой, так. Ну, все эти задания я уже выполняла, поэтому... Если вам так интересно, просто идите и выполняйте эти задания, читайте суть этих заданий, потому что это тоже те же самые задания, что это ровно те же самые задания, как и в прошлом году. Потому что вот эта зимняя деревушка, она доступна даже тем, у кого нет Старрайдера. Вы сами видели, я из Мура сюда приехала. Так что задание, просто заходите, играйте, выполняйте задания и наслаждайтесь проведенным здесь временем. Так, что же у нас тут в магазине? О, время транжирства. Так, шапочки, свитера. Надо сказать, в принципе, типа симпатичные. Я, конечно, сейчас ничего покупать не буду, но текстура мне нравится. Ну, может быть, только колпачок потом куплю. Еще оформление. Мне нравится оформление всего этого. То есть вот такие лампочки, елочки, и лампочки мигают. Так, вот тут такой комплект. Значит, очень классно. Ой, а вот эту уздечку у меня вроде бы была. Надо поискать. Потом вот такой шлемачок. Куплю точно. Куплю точно. Так, нагавки у меня вот такие есть. Или нет, у меня прохожие просто. Сумки нету, вальтрап куплю, седло паду. Не знаю. Борода. Я не могу. Посмотрите на меня. Да посмотри ты на меня. О-о-о. Я не могу, это так смешно. А почему черной бороды нет? Это так смешно, я не могу.
Ой, я не могу над своего молодого человека затащить. Точно, точно, я зайду на его, за его аккаунт, молча куплю ему эту бороду, а потом затащу его же за его аккаунт. И скажу, загляни, там кое-что очень-очень интересное. А потом он такой, это классный план. Шапочки тоже он классный. Мне так нравится, что Star Stable сейчас текстуры все переделывает на более-менее приличные. О, звук колокольчика только что был. Ой, сколько всего. Ой, сколько всего. Ой, карамелька, леденцы, чтоб меня. О. Конечно, я куплю это, причем прямо сейчас. Причем даже за шиллинги. Одевайся. Во! Приобретаем праздничное настроение. Все нормально. Так. Так. Уздечки. Слушайте, ну сколько... Ой, сколько... Вот он где-то, синий свитер. Я его пол... Столько времени еще. Вон, вот где. У меня есть все свитера этого типа, кроме этого. Честно. Так. Все, транжирство пошло. Пошло в ход транжирства. Какие классные вещи, ребят. Вы просто посмотрите, какие... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, как зудит-то потранжириться. Ой, как зудит-то все потратить. Ёбка какая. Я не хотела транжириться. Я чё-то не... Что? Я не хотела транжириться. Я не хотела транжириться, но я по... Я... Ой, мама. Ой, мама. Я попала. Ой, я попала. Ой, я попала. Ой-ой-ой. Чувствую, СК потом придется докупать. Наверное, мне не хватит. Так. И все-таки, значит, вот, да-да-да. Мы сейчас откроем с вами ледяную пещеру. Просто у меня глюк был, я не видела задания. Привет, наездница, хочешь поиграть в игру? Найти шапки. Да, каждый день мы можем найти, по-моему, 5 шапок. Ну да, 5 желаний, 5 шапочек. Это вот так вот, хоп. И каждая шапочка, это значит одно желание, по идее. И за вот эти вот желания мы с вами получим... Обменяем, мы сможем желание обменять на подарки. Так, вспомните только, где все эти шапочки-то. Так, вот еще. Ой, ну по льду здесь бегать, это что-то. Также тут доступны у нас 2 гонки. Вот. Показывать я вам их не буду, просто зайдите и посмотрите сами. Потому что, ну, если я буду каждый год делать видео по одному и тому же контенту... Ребят, я его наизусть практически помню, хотя да, я его проходила один раз. Так, хи-хи-хи. Угу, угу. Да. Все, нам открылся магазин в этой просто гигантской ледяной пещере. Мы в нее бежим. Что у нас тут есть? Что мы можем получить? Мы можем получить вот такие классные штанишки. Мы можем получить с вами... Так, этот свитер... Уйди. О, вот такую жилетку. Классная жилетка. 20 желаний. 20 желаний. Потом мы можем получить шлем за 10 желаний. Перчаточки за 4... Варежки, простите. Варежки за 14 желаний. Сапоги за 12 желаний. А в прошлом году другие были, кстати. Седло. О, за 24 желания. Уздечку за 8 желаний. Вольтрап за 14 желаний. Сумку сидельную за 10 желаний. И нагавки за 6 желаний. Также еще мы можем за желание приобрести пыльцу, которая превращает нас, по-моему, в обычного коричневого оленя. Так, потом что еще? Маска оленя. О, я хочу эту маску оленя. У меня есть такая же, только с рожками. Я хочу эту маску оленя. А, и вот черная борода. А белая где?
Или белая по заданиям дается? Я уже не помню. А белая есть у меня или нет? Черная борода. Ну, в общем, ребята, как видите, копить нам много придется. Очень много. Потому что я хочу все скупить в этой пещере. Потому что в прошлом году я хотела не все, что было в этой пещере. Но в этом году, чувствую, придется постараться побегать. Времени у нас, я повторяю, до 2 января. Дальше все. Все закончится. Но не зима. Пещера вроде бы исчезнет. Ой, деревушка исчезнет. А что дальше? Может, зима все-таки придет? Нет? Как бы зима не кончится 2 января. В общем, вот такой вот долгий-долгий обзор на сегодняшнее обновление, добавление зимней деревушки, задание в торговом центре, что нам наконец-то добавили финальный бантик в магазине для лайф. Какие сегодня, на сегодняшний день, вещи у нас в пещере ледяной, так что идите, бегите, собирайте желания, ищите шапочки, выполняйте задания и собирайте свою коллекцию. А с вами была я, Даналия, и мой конь на сегодня — Добрыня, игровое имя, очаровательный герой. Всем пока! Счастливой вам зимы!